Мы на канале Бухты-Балахты. И сегодня мы делаем что? Открываем игрушку. А какую игрушку? Что у нас здесь за игрушка сегодня? Игровая площадка. Игровая площадка? Игровая площадка. А кто здесь играет на этой игровой площадке? Пеппа. Свинка Пеппа? Да. Давай я посмотрю вместе с тобой. Смотри, здесь у нас есть такая открытая коробочка, чтобы можно было сразу увидеть, да, всю игровую площадку, потрогать, да, забор интересный. Что тут у нас есть? Показывается, что еще есть, какие игровые наборы, какие игровые площадки есть, с горкой, есть с качелями, с прудом. Можем потом тебе приобрести, да? А такой домик у тебя уже есть, да? Злата, смотри. Есть у тебя такой домик? Да. Да, уже есть свинки Пеппы дом. А еще у тебя со свинкой Пеппой что есть связанное? Детская площадка. Теперь появилась детская площадка, да. Очень хочется уже открыть поскорее, да? Очень хочется. Давай, я тебе помогу. Я хочу сначала скотч убрать. Скотч, ты потихонечку с той стороны убирай скотч, а я буду здесь раскрывать. А там ты не заметила, Пеппа одна или с друзьями на игровой площадке? Одна, совсем одна. Как же она будет на качели одна качаться у нас? У нас есть друзья. Друзья есть? Пеппа еще. Да? Когда мы распакуем, мы потом уже позовем друзей Пеппы? Да. Играть с нами. У тебя получается открыть? Злата, давай я тебе... Садись. Да, ты с моей стороны, а я с твоей. Так. Да, потихонечку. Ну, подожди, не дорывай. Сейчас мы посмотрим, где здесь открывается. О, я нашла, где открывается. Смотри, открывается. Садись. Так, дальше. Как же дальше нам открывать? Надо еще. Надо приложить усилия, да? Давай я. Какое усилие? Силу применить. Как сильно? Подожди, я знаю, что ты очень сильная. Но здесь лучше ножнички спрятать. Так, теперь. Получается у нас? Получается. Давай в другую сторону развернем. А то вообще не видно, что мы тут распаковываем, да? Ну, аккуратненько. Открываем, подожди. Это что тут у нас изображено? Сад, да? Что такое сад? Сад. Деревья. Небо голубое, да? Не отрывай пока коробку. Сейчас посмотрим, как тут лучше. Смотри, может его можно вытащить? Да, смотри. Вытащи. Ой, здесь привязано. Привязано? Да, на шурупчик. Нам нужно будет... открывать. Так. Пеппу, давай я тебе помогу ножничками. Ты сама хочешь открыть? О, ничего себе! Сама добыла Пеппу. Во! Что там такое? Снимается. Покажи. Снимается? Ты хотела поскорее добраться узнать? Покажи, что это такое. Шапка. Шапка? Дай посмотрю, пожалуйста. Это у нас Пеппа Пиг. Одетая она у нас в шарф, да? Какая-то утепленная. Хвостик у нее там еще нарисован. Какой? Посмотри. Есть? Да, красивенький хвостик. Я не обращала внимания, больше не видела, чтобы у Пеппы Пиг был хвост где-то нарисован. Какая-то у нас она особенная. Подожди секунду, давай я посмотрю еще тут. Ой, ты смотри, на глаза надела эту шапку. Она не увидит, где играть. Так, давай, пока Пеппу посади, пусть она ждет. Мы для нее добудем целую игровую площадку. Ну что, у нас наконец-то получилось открутить нашу площадку. Теперь будем потихонечку освобождать наши... Подожди, Злата, давай я тебе помогу. Здесь у нас заклеено скотчем. Наше дерево убирай. Давай,
еще. Ладно, подожди. Подожди. Здесь у нас нужны нам ножнички. Ножнички, 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 ножнички. Ножнички. Раз, раз. Смотри, как быстро все получилось. Убираем. Что у нас тут освободилось? Дерево. Красивое дерево? Да. Высокое. Пеппе будет нравиться в саду свежим воздухом дышать. Еще нужно освободить нам качели, да? А то они у нас так... Ну нет, в принципе, получится покачаться. Но лучше нам избавиться от этой пленки. Она нам не нужна. Избавиться. Да. Поможешь мне потом? Да. Я буду это играть. Кем? Это. Кто это? О, смотри, получилось качели освободить. Сейчас. Все, теперь садим. Подожди, давай с тобой рассмотрим, что у нас здесь есть. Дерево. Забор. Забор. Где вход? Это вход? Она пролезет? Попробуй. Нет. Нет, не сможет. Придется с другой стороны заходить, да? Присядь. Вот. Здесь у нас полянка с цветочками, очень красивые цветочки, желтые, голубенькие. Как же быть, Пеппа одна осталась, да? Такая да, вся... надо вот эту. Надо еще одну, подружку, давай друзей позовем на площадку, чтобы друзья, они могли. Друзья, идите сюда, я вас накачаю. А как зовут друзей Пеппы? Кого? Зови всех. Идите, Эмили. Эмили? Да. Эмили. Привет, Пеппа! Привет! Как у тебя дела? Нормально. Можно я с тобой покачаюсь? Да. На качеле? Да. Смотри, о, я могу сидеть. Я могу сама сидеть здесь. А мама... И не падать. А я падаю. А почему ты в шапке, Пеппа? Потому что... О! У меня дождик идет сегодня. Дождик идет? А ты почему не одела? А я забыла, у меня дома нет такой красивой шапки, как у тебя. Давай попробуем. Я могу тебе дать. Дать? Давай, Кэнди пришла. Эмили. Эмили? Держи, Эмили. Попробуй. Можно ли поделиться шапкой с другом? Нет. Не подходит. Давай, Кэнди, попробуем. Ню, не подходит. Дай попробую. А давай я попробую для Кэнди одеть шапочку. Она пока пойдет. Смотри, у нее здесь есть такие два отверстия специально для ушек. Да. Покажи, какие у Пеппы ушки. Подходящего размера? Подходящего. Подходящего? Дай мне посмотреть, пожалуйста. Смотри, похоже. Держи Пеппу, да? А Кэнди? Кэнди почти. Смотри, теперь у меня Кэнди в шапке. Кэнди тепло. Угу. А это кто к нам еще в гости пришел? Привет, Сизи! Привет, Пеппа! У тебя очень красивая шапка. Можно мне ее померить? У меня никогда такой шапки не было. Тебе получ... не подходит. Нет. О, как жаль, как жаль. Давай тогда с Кэнди дальше будем играть. Одевай шапку. Правда, мы здорово поиграли. Правда, правда. Отпускай. Попробуем. Получается у нас качелька сама? Нет, но здесь ноги надо, ноги вот. Ноги надо? Если ноги поставить, то держится, Пеппа? Да. Сади ее поудобнее. Нет, мне кажется, ее вот так. Все, пойдем, пойдем. А кого поставить? Ты бросила шапку. Ты оставила шапку, Пеппа. Скорее одевай. Это она будет качаться. Кто, Пеппа будет? Да. Не успела, не успела? Занимаем место? Занимаем место, занимаем место. Угу. Отпускай, давай я попробую сейчас. Вот, получилось. Давай Пеппу. Подержи шапочку пока. Вот смотри, храни шапочку. Сейчас мы... Оп, оп. Она двигается вперед-назад? Нет. Смотри. Во дворе... А-а-а! Авария, Пеппа упала. Эмили, смотри, какая шапочка. Это мама мне купила. Мама купила? Очень. Пойдем, пойдем в гости. Кому в гости мы пойдем? Ко мне. К тебе в гости? Да.
А мне нравится на площадке играть. Смотри, нет, какие пойдем. Здесь деревья. Уже нет? Дождь начнется. Дождь? А я вижу не дождь, а цветочки. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Точно дождь. Все собираемся и идем пить чай. Да? Куда? Идем к Пеппе в гости. Ну все, давай. Побежали скорее от дождя прятаться. Попрощаемся с нашими друзьями. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Были очень рады видеть на нашем канале Бухты-барахты. Пока-пока-пока-пока.